В Екатеринбурге создается музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке. Это время было совсем недавно, но оно не останавливает свое течение, и уходят последние свидетели этих событий. Поэтому для нас так важно сохранить память о подвиге наших предков, нашей церкви в эпоху гонений. Мы собираем экспонаты, свидетельствующие о христианской жизни в условиях лагерей и ссылок, тайных богослужениях, монашеской жизни, просвещении. Будем благодарны всем, кто сможет предложить для экспозиции самодельную богослужебную утварь, рукописные молитвы, самодельные иконы 20 века и все, что свидетельствует о жизни христиан в условиях преследований и запретов.